Состоялось заключительное в этом году 55-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке стояло всего два вопроса, касающихся финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета и кадровой политики. Сначала депутатам предложили внести изменения в бюджет Ленинского округа на будущий год. В нем теперь будут предусмотрены дополнительные средства в размере более 236 миллионов, выделяемых на благоустройство. Основные изменения, которые мы предлагаем внести, они связаны с условием ГУСТа по формированию муниципального задания по уборке территорий в соответствии с нормативами, которые нам доведены. Вторым решением депутаты ввели в штат администрации округа должность консультанта, в задачи которого будет входить финансовый аудит. В конце заседания перед народными избранниками выступил глава Ленинского округа Алексей Спасский. 23-й год будет ровно таким же напряженным. Сады, школы, больницы, благоустройство, капитальный ремонт, дороги, вот все, что происходит. Погода, видите, подбрасывает нам сюрпризы, но от этого мы будем только крепче. Спасибо огромное за совместную работу и с наступающим Новым годом. В следующий раз депутаты соберутся уже в новом году.